Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Evil Whitehin. Whitehan. Не знаю, как правильно говорить. Загрузка данных профиля. Так. Уже по традиции заходим в управление. Поменяли. И продолжим. Так, от близнецов мы убежали, от собаки убежали. Хранитель называется. Хранитель. Обучение можно просмотреть еще раз в меню паузы. Хранитель. Это с кулем на башке-то какой-то был там, с ящиком или что у него там. Минутку. Сколько проводов, нахуй. И все надо. Так, ладно. Вот это так. Осматриваемся. Отсюда мы зашли. Да, да. Так, в церковь мы зашли. Не-а. В стенах может что торчит. Это где-то рядом. Все хорошо, я здесь. Никто тебя не тронет. С кем-то разговаривает. Тронет. Это с тем придурком. Тронет. Такс. Спички, это хорошо, только о них подумал, о спичках, кстати. Думал, блин, как это группы поджигать. Такс. Перезарядим. Так, огонь есть. Стой. Огонь. Огонь, давай-ка мы сделаем. Ага, у нас все занято, ладно. Запас. Или что, или каждую зарядить можно? Максимально 4, запас 3. Ну, одна обойма. Сделать я ничего не могу. Ладно. Разницы нет, да, никакой. Да, разницы нету никакой. Давай, не знаю, лед. Хотя мне вот этих вот. Опа. Не. Да подожди ты. И в обойме все забито. Хорошо. Эй, Джозеф, ты меня слышишь? С тобой все нормально. Ну давай, я же вижу. Так, фрагмент. Да хрен с этим фрагментом. Я даже не знаю, для чего эта карта будет строиться. Так. Ладно. Говорим. Подписчики, за вас бокал. Себастин, тебе когда-нибудь хотелось просто прыгнуть? С высоты, например. Да ни разу. Самоубийство грех. Поезд. Представь, что это одолевает тебе целую минуту. Потом две. Ты трижды побеждал эту дрянь, Джозеф. Ты знаешь, как ее остановить. Ты меня не слушаешь. Дело не в том, что я не могу ее остановить, Сэп. Беда в том, что я не хочу этого делать. А, ты в смысле хочешь стать этим монстром? Часть меня хочет превратиться. Я не знаю почему, но не могу отговорить себя. Это желание очень глубоко. Ну что ж, у каждого свои желания. Инстинкт. И становится все сильнее. Yeah.
что, еще синхронизируешь, что ли? Со мной? Будет не надо на него. Переводить лекарства. Ага, и этот здесь. Пушило, у него, кстати, имя есть. Какое-то. И вниз давай, в подвал провалимся. Правильно? В подвал? Или куда? Или опять телепортируешь меня? Или в подвал все-таки? Вот там, это яма там внизу. Ну, с другой стороны, что-то не очень-то похоже было на подвал, как будто я влетел со стороны. Правильно, гравитационный колодец. Тихо, подожди. Да. Так. Ну, якобы я оттуда упал, ни хрена, я видел, что я отсюда прилетел прямо. Что у нас тут есть? Контрольная точка, да я даже еще ничего не сделал, чтобы была контрольная точка. Ой, столько тронет, свечей. Тронет. Нужно искать напарников. Опа. Так, ладно. Демонов пока никаких нету, колонна обрушена. Что, это не все, вот здесь вот я видел, нет, это не горшок, я думал горшок. Ага. Вижу. Не залезу на стол, с той стороны надо брать. Блин. Маленько как-то все по-дурному, немножко по-идиотски. Но тем не менее уже, что ж. Ладно. Еще. Вот это никак не взломать гроб-то. Ничего нету. Блин, захожу куда-то на участок. Это погребение было, что ли? Блин, я думал патроны. Экспектио патроны. Блин, это кто? Гарри Поттер этот, Хогвартс, блин, вонючий еще, проходить надо будет. Вот проблематично-то, блин, такая игрушка, такая, ну как сказать, она, так сказать, нудная. Одно и то же. Так. Давай, забираю. Никакой хитрости тут нету, так? Патроны. Да. Так. Собрали. Внизу ничего нету. Патронов, 4 патрона целых. Конечно, мать-то. Маловато будет. Хотя, учитывая, что ты и так прогулка какая-то.
Так, он там просто стоит. Сколько вот их? И то, что с топором мне, ой, как не нравится. Вау! Да. Эп. Падла. Да. Заряжай. Так. Единственное, плюс то, что есть что-то в тебе. Как-нибудь болт обратно достать. Ой, так, где огонь у меня? Вот он. Сделаем. Я лучше еще один огонь сделаю. Опа. Так, что-то мы берем. Винтовочный патрон. Понятно. Вау. Два взяли. Подожди. Не спеши. Постой. Паровоз. Не стучите. 1000 целого. Колеса. Есть время. Взгляните мне в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. А? Кондуктор. Нажми на тормоза. Вау. Четверг. Маленькая пятница. Так, что мы здесь имеем? Вау. Ничего не произошло. Понятно. Что-то я не понял, минутку. Так, я шел. А куда я пришел-то? Надо что-то посмотреть. Так. Минутку. Все правильно. А, это винтовочный патрон там сияет. Получается, вот эта дверь. Изучаем. Что скажем? Кажется, отходит. Давай. Так, старая литография. Эта литография была извлечена из каменной двери. Видимо, она использовалась как ключ. Не мог же я оттупить. Так. Записка из катакомб. На помощь! Стук металла, он идет. Я бегу, но он идет за мной. Помогите, о боже, помогите, 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 помогите. Блин, ты что, мать, мог один раз прочитать. Ладно. Ой. Ой. Так, такой сундук у меня уже был. Так, ну только там что-то другое было, я уж не помню, что. Ладно. Так, оттуда я пришел. Здесь какой у меня патрон опять? Винтовочный?
А, блин, а как не привык? Подожди-ка. Никак не привыкну к этому. Профиль сохранен. Так, у меня есть небольшой шанс похреначить их. А, черт. Вот это, наверное, есть хранитель, да, как уровень называется. Ой, чувствую, я мне его как-то не особо-то убить будет. Так, ладно. Путь у нас пока один. И он где-то там пока. Как-то должен его убить все равно. Я даже собаку-то убил. Нет, собаку я не убил. Близнецов убил. Поэтому, возможно, и этого тоже можно загасить. Многоножку, эту многоручку, кто направил. Так, это от пистолета. А дверь большая. Так. Я какую-то хрень взял, которую использовали как ключ. Как ключ к чему? От чего? Куда мне втыкать это? А, вот, подождите. Булава это. Чтоб не убежали, каторжникам раньше такие приделывали. Ага. Хорошо, ладно, давай. Подходит. Ладно. Мальчики налево, девочки направо. Девочки направо, я сказал, где девочки? Очковывай. Давай. Вот так. Просто висит. Но вроде как что-то шевелится в нем. Да. Так, ладно, перезарядимся. Меня не видишь? Да. Подожди. Thank you.
Есть. Подожди. А вот так я тебя пробью. Есть. Берем патроны, ну ладно. Так, тут ничего такого нету. Так, нет. А это этот все-таки живой был. Даже не знаю, куда мне. Что тут есть? А там? Вторых поджог. Топорик даже не испортил. А я получил с ним что-нибудь? Нет, ничего не получил. Стой. Ага, просто показалось. Вот блеск. Пробел. Так, ладно, если что, мы вот здесь вот возьмем потом. Курик, это неплохо. Ба! Ну ладно, ничего страшного. Быстро, да, прошло эта штука. Гранаты, а у меня гранаты все, что ли? Ладно. Учту. А, можно было и вот так их убить. Все понятно. Вот так вот, век, живи, век учись. Ничего страшного. Спускаемся. Выбора-то у нас нету. Ай-яй-яй. Человек чесает меня руке. Идет из века в век. Дождь, снег. Давай. Да. Давай. Быстрее перекрывай. Так. Что у нас здесь? Патроны. Патроны взял.
Здесь у нас, откуда ты вышел, ничего. Ладно. Слазим. Ой-ой-ой-ой-ой. Контрольная точка. Так, ладно. Да ж твою мать-то. Стой. Охренели. Это совсем охренели. А я одной спичкой смогу поджечь? Эксперимент удался. Все. Вот так, взял. В обе стороны, да? Ничего. Страшного. Так, мне туда как пройти? Я где-то что-то должен здесь найти. Так, если я в одном крае не нашел, значит, в другом крае это. Ой, мамочка, что это? Ой, мама, кто это? Сам себе закрыл, короче. Дверь сам себе закрыл. Ой. Блять. Ну-ка. Давай. Где ты? Это невидимка, что ли? На. Ой-ой-ой. Давай. Давай еще. Давай еще. И еще. Черт. Могло быть и хуже. Так, а теперь... Ой, может, я не вовремя, да? Давай. Там что-то есть. Что-то зелё... А, да целый косарь там. Как она открывается, эта решетка?
Так. Понятненько, да мне надо сюда. Подождите, я что-то не понял, так я пробежал, я что сделал-то? Я что-то не туда прибежал или что-то не так сделал? Что-то я не пойму. Такое чувство, как будто я... А, нет, смотрите-ка, там вроде шахта была. Спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское. А, вот, все, вырезаем, правильно. Все. Мы где чутились? Ага. Сейчас, минутку. Он закрыл, я патроны не получу, да, наверное, сейчас? Так, это винтовочные патроны. А мне надо пистолетных еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Что-то я... А может, я не сюда иду? Не в эту дверь? Конечно, не в эту. Осталась одна. Только подожди, перед тем как туда пойти, я вот сюда еще. Загляну. Здесь-то уж никого нету. 44. Так. Там у меня что, запас максимальный. Здесь у меня граната. Ну, вот там у меня только, блин, патроны. Сколько, 5 штук упустил, что ли? Сейчас туннель. Второй туннель пошел. Потом туда, я так понимаю, спускаться буду. Отсюда я выйду. Так, поздравления с рождением Лили. Мы приветствуем Лили Линкастерланус, родившуюся 18 июля 2006 года в 9:56 утра, в весе фунтов 3 унции, рост 14 дюймов. Счастливые родители Себастьян и Майра Кастелланус. Ой. Конечно, я скажу, прокачаюсь. Так, по-английски не читаю, поэтому извините. Я вижу, вы беспокоен. Подобрать под церковь найдены катакомбы. Пастор заявляет, беспокоиться не о чем. Кто поддерживал там порядок? Рабочие, ремонтировавшие провалившийся пол, обнаружили под церковью Седар Хилл подземные ходы и утверждают, что видели мумии. Священник не пускает в церковь историков, утверждая, что это было бы святотатством. Натура.
Так это что такое? Пропал Крис Тайлер, бригадир строителей, занимавшийся ремонтом пропавлившегося пола в церкви, где его последний раз и видели. Ремонт был почти закончен, так что вряд ли он упал вниз. Давай. Так, у меня 10 тысяч. Так, запасы. Патроны для дробовика, патроны для винтовки. Вот патроны для винтовки. На. Теперь их на 2 патрона больше. Так, болты. Подождите. Время взведения, дальность, время перезарядки. Вообще не интересно. Так, разрывной болт. Блин, он так-то дорого стоит. Болт вспышка. Гарпун 3. Так, скорострельность, время перезарядки, емкость магазина. Ни хрена себе. Ой, ага, нет, не то. Вот он. Так, что у нас там? Криоболт. Болт, вспышка, гарпун. Давай гарпун хотя бы. Перезарядили. Так, сохранимся. Так, что у нас в глубинах? Да, сами не свои, это следующий, это другая. Ой, не то. Прошу прощения. Кстати, ключ. У меня есть ключ? Есть ключ. Давайте посмотрим. Вот тебе лотерея. Открываем. Подобрать. Еще остались даже болты. Ладно. Идем. Здесь у нас ничего больше нет. Так, соседняя дверца у нас. Это правда, мы отсюда вышли. Подожди. Откуда мы вышли? Да не отсюда. Здесь нету ничего такого. Отсюда пришли, что ли? Ну послушайте, да, по ходу дела так оно. Если, тем не менее, лечебное зелье одно осталось. Ладно. Лечебное зелье у нас осталось одно. На всякий случай. Еще знаем, где одно лежит. Там это... Идем вправо. Стой. Вот так. Патроны валяются посередине. Ой, как страшно жить. Так, это что у нас? Так, это у меня еще одно лекарство. Что, эта штука на меня упадет? Да.
Ну я же нажал, кто ты? Вот и все. Я всех. Ай. А наверху что? Эй. А как спуститься? Спрыгнуть. О, так так можно ни хрена их отстреливать, даже если. Классно. С одной стороны. Ладно. Будем знать. Этот таракан, этот подлиза, он живет за мой счет, за счет моей работы. Нужно выяснить, как он добыл шифр от моего сейфа. Однако сейчас на это нет времени. Цель так близка. Эти данные не должны достаться никому. Они мои. Есть единственный способ. Следующий, кто откроет этот сейф, должен дорого за это заплатить. Так, заминировано. Все. Все заминировано. Это мы поняли. Подожди, что-то было. Нет? Нет, не показал. Смотрите, какая что-то есть. Ну, правда, не там высветилось. Ладно. Что-то не понял, что-то случилось? Эй! Так, нечестно. Ну ладно. Да твою ж мать, да я должен был обезвредить тебя. Падла, блин. Ладно. Ага, так и должно, кстати, быть. А если бы у меня патронов не было? Что бы было бы? Ой. Да пошел ты нахрен! Блин, еще тварь меня укусил. А на даме, смотрите, еще шипы. Неприятно. Ага, очень даже неприятно. Минутку. Один такой уже болтался. И он был, падла, живой. Так, ладно. Наверняка это ловушка. Да уж, я уверен, что это ловушка. Просто надо посмотреть, еще мало ли. Стой, еще этот туннель-то я видел, вот он. Буду как этот Стражи Галактики, енот там, падла. Все стараются, пыхтят, а енот спокойненько проходит там. Для него все там сделано. Опа. Даешь твою мать.
А где ты? Даже не знаю, кто теперь там сейчас на меня смотрит, смотреть должен. Ищет. А вниз он не может, да? Убил. Вот так вот, и не обязательно в голову стрелять. Так, это значит сюда заманивать надо. Ну-ка, дай-ка сюда залезу. Ага, меня тогда раздавит. Он об эти штуки. Да, раздавила бы. Закрыто. Понятненько. Ладно. Давай. Да уйди ты нахрен, ни хрена ты. Так, а как бы мне... Да. 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 Так, ладно. Сейчас надо с теми как-то, блин. Как-нибудь. Вот так. Вот так. Перезарядимся. Дай-то бог с них что-нибудь хорошее взять. Опа. Все. Так, откуда они вышли? Неплохо. Ага, дробовик там я заряжен. Черепа не трогаю, хорошо. Здесь все есть. Тут что собрали? Смотрим.
Опа. Что-то себе забрали. Ух ты, сколько ловушек. И еще две. Так. Да ё твою мать-то! Что-то ловушки, блин. Придушки. Вот так. Опа, я так видел где-то эту штуку. Где-то ходит. Там, наверное, ходит. А я с той стороны видел ее. Ха-ха-ха. Давай. Пусть он нас не видел. Но мы набрали гелия. Тут 5600 целых. Я считаю, очень даже неплохо. Так, на обратном пути вроде никого не должно быть, да? Так. Раз. И два. И три. Локаторы про три. Два раз. Опера для нас. Где-то что-то сработало. Ага. Один патрон, да? Он наверху. А что ее мать-то? Ты знаешь ли, мне дорого обошелся-то, козлина. А я был вот под... А, о, подождите. А вот, а там еще, блин, а я почему не видел так проход-то? Ладно, допустим. А, вот почему я не видел, потому что его и не было. Интересно, а где еще где-то есть что-то? Так, я понимаю, это надо было делать все так, вот пока он вставал. Нету больше там ничего. Блин, аж так завернул. Берем последнюю рожу. Ух, что-то я немножко струхнул. Так. Где у нас винтовочные патроны были?
Идем, берем. Так. Я не понял, а откуда заходил ты сюда? То есть один проход, один ход, один выход. Ладно. Подробности потом. Где бы еще патронов? Начало. Опа. Вот есть винтовочные патроны. Винтовочных патронов. Но я помню, где-то еще были. Только где? В дверях других в самом начале. Вот здесь вот где-то, да, наверное, где-то я видел. Помню, что они были. Так. Винтовочные патроны. Ладно. Пойдем вставлять эту маску. Посмотрим, что там будет. Скрижаль. Мало ли тут. О! Подождите минутку. А кто ты, блин, отсюда пришел же? Так. Сейчас он оттуда, если вылезет. Чем бы мне... Ну давай. Ключ сработал. А то он здесь нажимал это. Ладно. О! Главное, не наступить в обиду. Это не я. Это он сам. А я хотел поверх убежать, но ее разбили, да? Я уже далеко это пробежал так-то. Ой. Ага. Кстати, его здесь нету, смотрите-ка. Тут и воды, и бошки, наверное, здесь торчат. И пистолеты. Нет. Лесли, не бойся. Где? Кит. Кит. Кидман? Она тоже здесь? Кит. Кит. Она жива? Она жива? Жива? Дебил, тебя спрашивают. Отойди. Я открою.
Подожди, открывай. Перед тем, как открыть вот эти головы вонючие, сейфы перетянутые проволокой. Так, там. Все. Ага. Ладно. Что, сейф это не открывается? Нет, все-таки нет, не открывается. Это что? Ладно. Понятненько. Да подожди ты. Опа. Ясненько, так. Открою. Я открою, давай. Открою, открою. А вот и геморрой. Открою. Нет, стой. Дебил. Лесли. Охренеть, его спасай вообще. Лесли. Лесли. Первоначально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сжечь могу? Лужу. Собрал, пишите, писать. Ладно. Опа. Так. И еще. Уйди. Я смог. Так, ой, подождите. У меня есть небольшая проблема. Мне же Крегена надо восстановить. Так, еще надо сделать одну. И, наверное, вспышку, да? Ага, это максимум. Ну, давайте тогда еще Креген. Не знаю даже, как правильно-то. Давай вот эту сделаем. Охренеть. Давай. Я не понял, что ты делаешь. Дебил. А ни хрена не дебил. Почему я где-то такой не сдохла? Анимашку где-то такую видел. Стой. Берем мощное. Вот так. Так. Да стой ты. Ага. Минутку. Что-то я не понял.
Куда мне надо? Так, мне надо назад, что ли? Ладно. Идем назад. Не понял. А, сюда надо, значит. Так, он сломал что-то. Да. Только подожди. Подожди. Куда я здесь попал-то, нах? Нет, точно не сюда. Подождите. Вот он. От меня. Давай. Ага. Давай, 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 давай. Так, он опять воскрес где-то, падла. Я скажу больше, он воскрес и идет даже за мной где-то. Там все башку не сможет оторвать, чтобы это я опять здесь это где-то заспил, меня восстать. Контейнера живешь, что ли, блин? Получай! Раздавили. Надо контейнер, наверное, лопнуть, пока он там внутри находился. Наконец-то! А это только этой штукой массивной можно сделать было. Подожди. Я там ничего не смогу получить. Нет, он там. Ну нет, смогу, наверное, получить. Подождите. Мы же его гасанули. А там косарик с него, если не ошибаюсь. Ага, только где он? Блин, а так-то бегай, уничтожай и получай косарь за него. Так, с патронами у меня туго. Ладно. Как поняли, криоген нам нужен. А, мне не хватает этих. Всего понял. Чего мне не хватает?
Так, сюда, сюда. Влево, направо, куда? Так, а если в ту сторону? Уверен, что эффект почти такой же будет. А, вот баночка. 800. Ага, там уже дверь закрыта. Это вот покуда он сбежал. Как ты вот здесь без света бежал? Хотя здесь, да, от воды вот светло вроде как. Уличное освещение. Так. Еще берем. Господи, куда бы еще-то ниже-то? Вообще куда-то в неизвестность. Ох, ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Но почему-то я не знаю, почему некоторым эта игра не заходит. То ли как я прохожу, то ли сама игра. Ну, неважно. Мне она зашла, это главное. Пока!